Вот двор. Здесь снег весь вывезли. А этот двор. Детский садик на углу. Снегу до второго этажа накидали. Тротуары вообще не чищены. Ни разу. И не будут чиститься. А зачем их чистить? Быдло протоптает тропинки и будет ходить. Улица Слесарная. Вообще ничего нету. Ни там тропинки, ни тут тропинки. Ясно, да? Пиликает. Все, приехали. Теперь куда? Вот так вот навстречу движущему транспорту. Остановка общественного транспорта. Вот такая здесь. Я говорю, чем больше быдла раздавят, тем лучше. Молодой человек, вы не боитесь, что вас задавит машина? А? Не боишься, что машина задавит? Я по краю иду. По краю, понятно.